А вот и еще один звездный скандал. Два тяжеловеса российского рэпа сцепились в жесткий клинч и пошумели на всю сеть. Оксимирон — это, ну знаете, редкий пример рэпера здорового человека. Он осудил войну и поддержал Украину. Но, блядь, реально идет геноцид. Вот это все, что я могу сказать. Выпускник Оксфорда провел в Европе серию антивоенных благотворительных концертов. Нет войне! Нет войне! Нет войне! И также не раз высмеивал другую суперзвезду, эпатажного и знаменитого Моргенштерна. Рэпер, нахуй. Очень красивый рэпер. И вот Моргенштерн выпустил так называемый дисс, ну то есть песню с обвинениями и унижениями. И просто порвал все тренды Ютуба. Кроме прочего, предъявил, кстати говоря, Мирону еще и слишком мягкую поддержку Украины. Он считает, что это максимально аккуратные высказывания без конкретики, чтобы не получить срок. Но забавно, что и сам Моргенштерн тоже, знаете ли, очень аккуратный. Сперва он поддерживал Украину и, кстати, тоже даже получил статус иноагента. Но теперь опасных высказываний избегает. Вот такой вот, знаете ли, скандал в благородном семействе.